Всех приветствую в этом видео. Вопрос стоит так. Как сделать сброс, колоссальный сброс настроек? Можно с удалением данных личных, можно с удалением данных сети. И вот все в этом роде. Вообще этот способ, по сути, по идее, должен сработать на любом Samsung. Я буду показывать на примере Samsung S9 Plus. Если вы хотите, чтобы я снял по другой модели, то подпишитесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Поставьте лайк и напишите комментарий, по какой модели Samsung вы хотите, чтобы я снял видео. И вообще, какие вы хотите увидеть еще обучающие видео по Samsung, напишите, я обязательно все реализую. Что ж, вообще есть два способа. Есть прям отсюда, да, то есть из системы можно организовать сброс настроек. А можно через функцию Factory Reset. Что ж, первая отсюда самая простая, но вторая подойдет вообще для любого Android-устройства, если, опять же, хотите... Да, даже если вы забыли пароль, опять же, если хотите, чтобы я снял такое видео, то напишите об этом в комментариях, подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы не пропустить. Итак, давайте перейдем в настройки. И, конечно, вот здесь вот, если говорить так, да, то в разных устройствах сброс настроек находится в разных местах, но на S9 Plus, допустим, вот вместе общие настройки. Вот, пожалуйста, есть пункт «Сброс». Мы на него нажимаем «Сброс настроек», «Сброс всех параметров до значения по умолчанию». То есть мы, по сути, возвращаемся к самым заводским настройкам, полностью стираем. Тут сброс данных есть, да? Обязательно будьте внимательны, потому что вы можете, допустим, хотеть сбросить все данные, а у вас произойдет сброс только параметров сети, вот сброс параметров спецвозможностей. Нужно делать колоссальный, безвозвратный сброс до заводских настроек или сброс всех параметров до значений по умолчанию. Если вы просто хотите сбросить какие-то сброс параметров сети, сброс параметров спецвозможностей, обязательно читайте, иначе можно потом сильно горько пожалеть без возможности восстановления. Что ж, если у вас не S9 Plus, да, есть второй способ, как найти этот самый сброс на любом устройстве. Есть такой вот в настройках поисковая такая штука. Давайте наберем здесь сброс. Да, вы видели вот поисковая такая значок, и на него нажимаем и набираем сброс. Вот, пожалуйста, сброс настроек. Переходим и сбрасываем. По сути, это должно сработать вообще на всех Samsung'ах. Что ж, если видео вам помогло, понравилось, то поддержите обязательно его лайком. Думаю, полезное обучающее видео. Если не хотите упустить и пропустить новые полезные обучающие видео по Samsung'у и другим устройствам, то обязательно подпишитесь на канал. Напишите свой комментарий, помогло вам видео или нет. Ну а мы с вами совсем ненадолго прощаемся.